Назначены председатели комитетов городской думы 6-го созыва. Решения приняты на удивление единогласно, хотя лидирующие позиции в комитетах заняли представители только одной партии – «Единая Россия». Возглавила комитет по налогам Ольга Белолапова, комитет по градостроительству и архитектуре – депутат со стажем Сараф Мамедов. Главным по имуществу и земельным вопросам среди парламентариев стал Эльдар Садыков. Сферой промышленности и энергетики в депутатском корпусе будет заведовать Алексей Коробов. Наталья Курочкина возглавит комитет по вопросам инвестиционной политики. Сергей Куприянов займется вопросами образования. Врач по профессии Владимир Козлов – охраной здоровья и окружающей средой. Дела молодежи, культуру и спорт доверили депутату Горюновой. За СМИ и межнациональные отношения будут отвечать парламентарии под руководством Артура Фокина. Лидером комитета по законности и общественной безопасности назначена Татьяна Петрова. Третьим депутатом, работающим на постоянной основе, то есть за зарплату, стал Игорь Шипков, председатель комитета по благоустройству и ЖКХ. Коммунисты-оппозиционеры предложили эту оплачиваемую вакансию упразднить ввиду кризиса и тотальной экономии бюджета. Подавляющее большинство депутатов идею красных не поддержали. Количество депутатов, работающих нас на постоянной основе, у нас сократилось по сравнению с прошлой думой до 3. И это из 30 депутатов. Еще раз хочу отметить, что на постоянной работе у нас работает всего лишь 3 депутата, включая председателя. Поэтому в данном случае экономия бюджетных средств наблюдается достаточно существенной, тем более, что аппарат городской думы сократился более чем в 2 раза.